Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Наводчик. В этом видео я покажу, как устанавливать видеосвязь, как совершать бесплатные звонки с помощью разных приложений. Вот здесь вы видите ярлыки ряда программ, которые я использую. Это мессенджеры: WhatsApp, Skype, Telegram, TeamViewer, Viber и VK Messenger. Все эти приложения позволяют бесплатно общаться, используя интернет. Для этого нужен компьютер либо телефон. В этом видео мы установим на компьютер VK Messenger и посвятим это видео VK Messenger, где его скачать и как им пользоваться. Чтобы пользоваться VK Messenger, кроме установки, вам надо быть зарегистрированным ВКонтакте. Вот я открыл страничку мою ВКонтакте, одну из страничек. Как зарегистрироваться ВКонтакте, мы не будем сейчас обсуждать. Надеюсь, вы уже там зарегистрированы. Чтобы установить VK Messenger, с помощью которого совершаются телефонные звонки, нужно перейти на вот эту вот страничку, которую вы видите на экране. Ссылка будет стоять под этим видео. Здесь выбрать операционную систему и нажать «Скачать». Я нажимаю здесь «Скачать». И производится загрузка снизу слева экрана. Я нахожусь в браузере Google Chrome. Далее жмем здесь правой клавишей и «Показать в папке». Здесь вот у меня уже скачанный этот файл. И давайте здесь его запустим. Жмем два раза быстро левой клавишей. Здесь жмем «Ок». Далее. «Установить». Жмем «Далее». И далее производится загрузка программы. Здесь немного подождать придется, пока программа установится. И в конце появляется окно с предложением запустить эту программу. Я щелкаю здесь «Завершить». У меня сразу же открылся этот мессенджер, потому что он у меня был до этого установлен. Но вам для входа первый раз придется ввести логин и пароль. Ну давайте я введу логин и пароль. Пишем здесь номер телефона. Вводим пароль. И нажимаем «Войти». Происходит соединение. И все, с кем вы в друзьях, появляются у нас в поиске. Здесь в поиске пишите имя, фамилию. Давайте здесь найдем моего знакомого, Денис Курьян, я пишу. Вот он появляется, жмем на него. Появляется моя переписка с ним, вот здесь вот в окне. Далее давайте установим видеосвязь с ним. Я жму здесь вот на кнопке «Позвонить». Здесь два варианта: аудиозвонок, видеозвонок. Давайте выберем видеозвонок. Здравствуйте. Алло, привет. Вас слабо слышно. Как жизнь на... Как жизнь на карантине? Потихоньку. Ну, понятно. Я скажу пару слов про Дениса тогда, коль мы его открыли. У Дениса есть свой канал в Ютубе, вот этот канал. Он у нас записывает обзоры про различные игры. Ведьмак... Ну, не совсем обзоры, а летсплеи. Ну да, Ведьмак, Сталкер, Метро, Мафия. Мафия. Ну вот, отлично. Можете зайти к Денису, посмотреть, что он здесь рассказывает. Доброго времени суток, уважаемые друзья, зрители, подписчики и любители видеоигр. С вами V2S Games, и сегодня мы с вами начнем проходить игры по вселенной Гарри Поттера. Ну вот, и тому подобное. Давайте вот я вам покажу, коль мы здесь, как соединиться через Viber. Для этого вот нам нужно, соответственно, Viber. Здесь у меня тоже Денис есть. Здесь все предельно просто. Также жмем на кнопочку видеозвонка и также соединяемся. Но я прерву этот звонок. Ну вот, пообщались. Да. Ну хорошо, тогда пока, Денис, будем прощаться. Всего доброго. Ну пока. Хорошо.
Но вот так производится разговор в ВК-мессенджере. Удобство ВК в том, что здесь можно это делать бесплатно. В любую точку мира вы можете позвонить, используя ВК-мессенджер, либо вот другие приложения, те, которые здесь вот вы видите на экране. На этом я буду прощаться. Если будут вопросы по этому уроку, задавайте. Спасибо за внимание. Жду вас в следующем уроке, где мы продолжим разбираться с другими мессенджерами. Всем успехов и пока. Не болейте.